Так, ребят, всех приветствую. Ждем, когда соберется народ. Вот, потому что я начал чуть раньше. Сегодня мы традиционно отмечаем День Бэтмена, который, к сожалению, уже второй год у нас в России проходит без каких-то мероприятий, как это раньше было в комикс-среде. Вот. Потому как-то в таком формате. Традиционно, опять же, повторюсь, я прохожу какую-то игру о Бэтмене в День Бэтмена. В этом году это будет аркадная версия на основе первого фильма. Я ее как-то еще в прошлом году хотел пройти, но как-то я не особо понял ее и потому переключился на другую игру. Игра, кстати, классная. Немножко со своим приколом. Привет, колечек, привет. Как меня слышно, как видно? Да, я шумоподавление еще включил. А игру, наверное, не слышно, да? Потому что я вижу, что в микшере игра не отображается. Сейчас сделаем. А звук, да, звук прям хорошо идет. О, появились. Да, я знаю, сейчас мы. Все даже перезапущу, чтобы заставочка прошла. Все будет окей. По идее, должно быть так. А. Да, вот теперь появилось, я вижу. Сейчас его и не будет. Вот сейчас тут заставка. Да, но я думаю, я вижу уже, есть в микшере. Хорошо. Ждем, собираемся. Ну, я же говорю, спасибо, Колян. Послушаем эти чудесные звуки. В принципе, игра классная, но немножко, мне кажется, в некоторых местах она кривоватая. Тут Atari, я не знаю, они как-то что ли прошлым, что ли, восхитились. Я не знаю, 89, а даже 90-й год. Вот. И в игре есть жизни, то есть ты на выбор 3, 7 жизней. Жизни кончаются, но типа как бы начинаешь там чекпоинты из чекпоинта. Вот, зачем надо было вводить жизни? Ну, это опять же аркада, там только им понятно. Я пока набросаю монет. Кстати, а настройки, я надеюсь, от прошлого моего запуска остались или нет? Видимо, нет. Сейчас. Проверимся. Да, настроек не осталось. Угу. Хорошо, что начал заранее. Есть время поднастроиться. Игра на самом деле тоже недолгая. Ну, буквально как у нас традиционно, допустим, с Коляном выходит. А мы ее минут так за... Ой, минут за 40 пройдем, я думаю. Вот. Даже, может быть, чуть меньше. Но опять же, из-за фейлов. Если будут какие-то фейлы, мы, может, задержимся чуточек. Ну вот. Так что. Что у нас по времени? 58 минут. Ну давайте, наверное, начинать не спеша. Я буду накидывать монет. Сразу, ну вот вы на выбор. В принципе, пофигу. Погнали. Первый уровень несложный будет.
Поза, конечно, у него такая смешная. Почему нельзя... А, ну сериала еще же не было, мультсериала 92-го года. Вот там плащ прям, как он заворачивается в него и уходит, если ему холодно, да? А чего он плащом сердце прикрывает? Так задумано. Мне нечего сказать тебе. Я если в нос говорю, извините, я чуть-чуть приболел. Блин, надо было управление на стик вешать, а не на крестовину. Вот я лещ. И музыка такая, которая могла бы быть, скажем, на Мегадраве. В сеговской версии музыка-то неплохая. Ай-яй-яй. Тут будет в этом уровне немножко платформинга. Я тоже удивлен, но я же говорю, Никитос, еще не вышел мультсериал 92-го года, где плащ вот он там именно для... Ну, я так всегда думал, да и сейчас, наверное, думаю, где он плащ использовал для, ну, как самосогревания, скажем так. В принципе, он... И... Хотя нет, стоп. В фильме 89-го года он примерно так же плащ и носил. Опять же, из-за особенностей костюма того периода, да, тяжелая, это резина. Вот. Прошу прощения. Вот. Он и ходил так. Я не знаю тогда, почему они здесь так сделали. Причем это ж надо было нарисовать, вот эти лишние изыски зачем-то. Ну, не знаю. Решили они так. Я сейчас думаю, что мы в октябре, ну, попробуем отдохнуть от затяжных игр. Вот, потому что, ну, все-таки Грибная эра была достаточно длинной игрой. Вчера мы ее закончили. Вот, и как бы... Воу! Так видит автор, Колян пишет. Ну да. И я думаю, мы будем играть в что-нибудь такое не длинное. Хотя нас ждет очередной юбилей в октябре. Одной игры, которую я прошел 20 лет назад. И больше за нее вообще ни разу не брался. Не потому, что она плохая, а почему-то так вот получилось. И вот уже сколько лет я ее хочу в нее переиграть. Вот. И, наверное, мы, может быть, по субботам будем ее не спеша проходить. Вот. Заболтался. Также вас ждет новая открывашка, скорее всего, в октябре. Сегодня мы с Коляном обсуждали ее. Вот. Все, вот он, Жека на пье. Он же Жека Николсон. Все. Жеку забросили. Вот. Так что... Плюс я еще парочку игр, думаю, с Коляном пройти на стримах. Блин, забыл за эту коробку. В этой... Блин, 7 выбрал. Ну ладно, пофиг. Мы еще с Коляном в прошлом году планировали вернуться... Забросил в чан с гримом. Ну, типа того. В прошлом году еще с Коляном собирались продолжать нашу с
совместную, так сказать, стрим-рубрику с аркадами. Вот. Потому, как бы вот Бэтмен он ее и начал, по сути. Только я сегодня один, потому что игра на одного. Ну вот. И я думаю, мы будем проходить аркады. Ну и там еще на пеку очень много сейчас есть игр на двоих. Блин, я что-то вообще... Надо повнимательнее. Иначе в последнем уровне вообще тогда... Буду вперед быстрее проходить. Блин. Эта игра, она настолько соответствует фильму, что Бэтмен здесь достаточно уязвим. Блин, обалденная музыка на Сешке была в этом уровне. Сежная она игра, она хоть и не на графоне, но она все равно классная. Я в нее поиграл, по-моему, в 2000, как раз, в начале 2002 года, прямо новогодние праздники, и мне прям было так кайфово. А, не спрыгнуть! Кстати, давно хотел спросить у вас, как вы относитесь к тому, что у нас, ну, как бы вообще очень часто к Хэллоуину, да, ну, стримеры проходят всякую, ну, не то что дичь, а, ну, в основном, ну, очень часто игры из серии Castlevania. Мы с вами Castlevania вообще еще ни разу не затрагивали. Вот как вы к этому относитесь? Стоит ли лезть в этот чан, или лучше продолжать какие-то... Скажем так, нестандартные игры юзать как спешл. У нас, и это не секрет, у нас будет обязательно спешл к Хэллоуину, который всегда идет как дополнительный стрим в месяц. Вот. И вот мне интересно ваше мнение. Стоит ли нам лезть на территорию Castlevania? Castlevania страшная. Нет, она не страшная, просто как-то вот... Я не знаю, это какой-то фетиш или... Ну, скажем так, может быть, вообще традиция ютубная, какое-нибудь Castlevania. Смотрю всегда на Хэллоуин, кто-то из стримеров обязательно вступает на территорию Castlevania. О! ЖК опять тут. Вот я просто думаю, вообще стоит уподобляться им, или все-таки идем своей дорогой с какими-то своими играми. Потому что я как-то изначально к этому относился, ну, типа, не люблю я делать то, что делают все. Вот, потому я постоянно ищу какую-то, скажем так, особенную игру. Все, погнали. Не будем сподобляться, уподобляться, ты хотел сказать им. Ну, я понял. Потому что у меня сейчас есть одна на примете Castlevania подобная игра для Хэллоуина, и есть японская игра, и вообще, ну, как бы не из серии Castlevania, да, и как бы я вот не знаю, что делать. Соответственно, если я какую-то одну выберу, вторая она уедет уже на следующий год, вот, или как минимум на пятницу 13-е, вот. Что-то одно из двух. Ну, пятница 13 уже была в этом году. Ну, вот, я не знаю. Я просто не стал как-то в нее вникать в этот раз. Вот, и... Если в этом стрим-сезоне уже не будет такого дня, соответственно, скорее всего, игра уедет на следующий год. Блин, он падает и как бомж заворачивается в этот плащ. Тут плащ вот какой-то вообще такую... Понятно, что декоративную вещь играет, но как бы
Когда ходит, он в него заворачивается, когда он умирает, он тоже в него заворачивается, как будто ему холодно стало. Это, я не знаю, намётки для Никитоса, чтобы он какой-то мимас замутил. Бэтмен, которому стало холодно, и он прилёг. Блин, анимация, конечно, когда он залазит, какая-то такая себе. Но опять же, игра вышла через год, ну или там через сколько. В декабре будет пятница 13-я. Там, кстати, декабрь и ноябрь вообще они будут очень большими месяцами. Я не знаю, либо что-то одно проходить, либо несколько, ну как разные игры, то есть каждую пятницу. Вот Колян посмотрел, посмотрим, я не знаю, что-нибудь придумаем. Потому что на первую половину я запланировал, ну там 12-15 игр на первое полугодие. Дальше не знаю, как дело будет обстоять. Ай-яй-яй-яй, тут шкатулка. Да, блин, отошел, он все равно достал. Вот, а Бэтмен это у нас уже будет пятая игра, соответственно, половина плюс-минус там плана, чуть меньше, ну, в зависимости, до чего мы дойдем. Вот, она уже будет исполнена чуть ли не в сентябре, и потому, как бы, я не знаю, как мы там, в какую сторону повернем. Сразу Никитоса предупреждаю, что стрима в отпуске по Tomb Raider не будет. Я все еще жду ремастер Last Revelation, я не знаю, будет он, не будет. Вот, но не в этот отпуск точно. Ну вот. Потому что... Печалька. Потому что игра реально длинная, очень длинная. Она, наверное, самая длинная из Tomb Raider того периода. 9 часов, я смотрю, прохождение. Даже у тех, кто знают, как в нее играть. Потому я, как бы, в эту историю лезть пока не буду. Это тот, кто знает. А тот, кто не знает, типа меня, будет играть на нем все 24 часа. Ну, потому... Last Revelation пока нет. Хотя вот... Блин. Хотя она вот сейчас меня разделяет... такой вещью, что она единственная осталась из старых Tomb Raider, которую я не проходил. Вот. Потому как бы и надо, но не очень-то и охота, так как уж очень она длинная. Блин, он что, упал с высоты и умер? Ну, замечательно. Просто супер. Так, а вниз я не могу посмотреть, да? Так, нам туда, по-моему. Да. И этот ниндзя из фильма. О-о-о-о, там такая гоп-компания. Ладно, зато мы уже почти пришли. Идем. Сейчас этого надо забороть. Блин, ну машины. Потом, конечно, уже начинается другая тема. Новыми Tomb Raider'ами, из которых я проходил только Legend и Anniversary. Underworld у меня тоже не законченный. Блин, да как я умер опять? Вот. Но ту тему я, наверное, в рамках стримов лазить не буду. Все? Да, все, погнали. Так, сейчас мы будем бомбить. На бэтплане. Вот все они здесь засунули, как и в сеговской версии.
Сеговский был, и Бэтмобиль был, и Крыло было, все было. Так, здесь шары нам надо собирать. Мне нравится, что они взяли, конечно, в не очень хорошем качестве, но все-таки вставили фразы из фильма. Редко, когда такой в аркадах. Там пару фраз ставят, а тут прям в заставках фразы, везде фразы. Все. Он украл мои шары. Это вообще убил. Я еще в фильме смеялся. Он украл мои шары. Неважно, а чё, о каких шарах он говорит, но это ржачно. Ой, на Сешке я помню этот уровень. В этом. На лестнице при поднятии. Там он занудный ППЦ. Ну, в принципе, мы уже приближаемся к финалу. Играем мы сколько? 16 минут? Там, конечно, будет занудная битва с Джокером. Также его надо будет столкнуть. Мазафака. Но будут чеки. Сейчас, по-моему, это не финал. Тут он сейчас убежит еще, по-моему, разок. Он сейчас... Вот когда он скажет, хочешь, танцевал ли ты с дьяволом при свете бледной луны? Вот, тогда это финальная с ним встреча. Вот он сруливает, да, и в дырку падает. С ним тут несколько встреч будет. Вот после каждой такой дырки чекпоинт. Ну вот сейчас, по-моему, на 5. Нет, значит... Что-то он сказал, я не разобрал. Вот он сейчас говорил, при свете бледной луны, да. Значит, это уже все сейчас, близко к концу. А, не, это еще не все. Блин, ну, по крайней мере, до чекпоинта добрались. Тот самый колокол, который должен упасть. Да блин. Падала, падала и не упала. Кстати, если что, я извиняюсь за такой свет. Мне просто комфортно так. Сейчас хорошо, умная лампочка есть, и можно регулировать свет, так глаза просто не режет. Я как бы понимаю, что в полумраке. Но я думаю, вы меня тысячу раз видели уж, насмотрелись на меня. Господи, сколько вас здесь?
закидали какие-то хрени. Хотя их же можно обойти по факту. Вот так взять. И вот так. Все. И пускай они там носятся. Во, музыка сменилась, значит сейчас скорее всего будет это. Последняя битва Джокера. Ну падай уже. Вот он. Красавец. Хорошо, все равно чек. Можно толкать его, не спеша. Ну, последний удар. Все, есть. Ну вот как-то так. Быстро, быстро, ну, 26 минут. Да, она коротенькая игра. Как бы, что мне не понравилось, так это то, что вот эти конты. То есть нельзя монетками, как обычно жизни выражается в монетках. Вот. Здесь это не так. Вот, и постоянно как бы надо подбрасываться. Точнее, не подбрасывать монетки, а именно вот жизни эти кончаются. Как будто это какая-то, знаешь, консольная игра. Вот, а не аркадная. Вот в этом, конечно, минус. А так, в принципе, в целом, неплохая игрушка по фильму. Я вот даже не знаю, мне кажется, плохих аркад по каким-то персонажам, там, Marvel и DC, их просто не было, по мне. Они все были, ну, либо похожие, либо, ну, достаточно неплохие. Так, ну что, это, в принципе, на этом все. Это был спешл ко дню Бэтмена. Вот и все. Я думаю, на этом мы закончим. И следующая наша встреча состоится в следующую пятницу. Игру я уже запланировал. Вот, это будет игра на Famicom. Вот, с интересной Konami защитой. Вот, которую, ну, как бы взломали и пофиксили еще. Вот, так что 8-биточка у нас возвращается. У нас, я не помню, была 8-битка? По-моему, не было еще в этом сезоне. Да, мы еще не было. Вот, и будет игра на Famicom. Так что, да, Донди. Ну, Донди. Не думал. У меня, кстати, этой игры, которую мы будем играть, не было в детстве. Я в нее уже поиграл на эмуляторах. Вот. Ну, все тогда, ребята, заканчиваем. Спасибо, что пришли. И до следующей пятницы. Пока.